Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Nissan Куб в белом цвете 2019 года без пробега ПРФ. На бензиновом двигателе объемом 1,5 литра, мощностью 111 лошадиных сил, АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеются хорошие резинолитые диски, ветровики, бесключевой доступ. Пробег автомобиля 114 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, тканевый. Имеется мультимедиа, стандартная печка с кондиционером, обогрев заднего стекла, электрорегулировка зеркал, система курсовой устойчивости, корректор фар, эко-режим, кнопка старт-стоп, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 62, 53, 53, 75, 66, 66, 54, 60, 60. 60, 70. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.